Hello everyone, my name is Joachim. I'm Power. This is Hannes van Dorf. Tommy Johansson. Chris here from Sabaton. Это очень легко. Эдриан Смит из Iron Maiden. Skid Row, так же как Iron Maiden и Metallica, эти две группы очень повлияли на меня в начале. И еще одна из моих самых любимых групп — Саботаж. Наверное, я назову Ди Снайдера из Twist Sisters. Я открыл эту группу, когда был еще очень маленьким. Мне было 3 или 4 года, и я стал визжать и кричать, стоя перед телевизором. Моя мама меня услышала, прибежала из кухни, испугавшись, что я умираю или что-то такое. Но нет, я просто визжал от восторга, потому что мне очень понравилось «Why I'm Not Gonna Take It» или «I Wanna Rock». Я не знаю, что это была за песня. Я все еще считаю, что он один из лучших фронтменов в хэви-метале. Так что спасибо, Ди. Все началось с «Металлики». В общем, я и два моих старших брата тусили в палатке, и старший принес бумбокс и сказал: «Ты должен это послушать». И это была кассета с альбомом Metallica из Ride the Lightning. Для меня это был Гарри Мур. Когда мне было 9 лет, все началось с Гарри Мура, его игра на гитаре, песни и его вокал. Это часть восторга от того, что ты часть группы, что у тебя есть возможность увидеть, познакомиться с разными людьми, получить впечатление со всего мира. Впервые мы полноценно проехались по России вместе со Scorpions 2011. Потрясающие площадки, частные самолеты, море алкоголя, и вот здесь я, наверное, закончу. Было холодно. Я рос в горнолыжной семье. Однажды в моем родном городе проходил чемпионат мира по горным лыжам, и мой отец отвел меня туда и сказал: «Сегодня ты увидишь силу русских женщин. Ты увидишь самую сильную женщину в мире, она сегодня выиграет». Это было мое самое первое впечатление о России. Русская лыжница выиграла. А когда мы впервые приехали в Россию, это была колоссальная поддержка от фанатов, особенно когда у нас было небольшое сольное шоу. Первое шоу в России, где Сабатон был хедлайнером, прошло в Новосибирске. И там я встретил такое количество людей, которые приехали издалека, чтобы увидеть наш концерт. Я помню, что наше оборудование приехало позже, так как оно транспортировалось вместе со Scorpions, и надежды, что оно успеет вовремя, не было, так как для Scorpions это был выходной, а для нас концерт. Так что оборудование приехало очень поздно, и пока мы ждали, мы не могли заставить людей просто так ждать. Поэтому мы вышли и стали тусить с фанатами. Я всегда хотел сделать большой тур по России, чтобы увидеть каждый уголок, каждый город, потому что здесь столько мест, где очень мало концертов. Но я люблю играть в пинбол, очень. Я отдыхаю дома, играю на гитаре, можно на плойке поиграть, да, просто расслабляюсь дома. Я думаю, науке это неизвестно. Ну, он может выпить много. Не так много, как я. Я не знаю, давайте выясним. У нас тут есть пиво. По-шведски правильно будет Пар. Мое имя не так легко произносить на всех языках, поэтому, когда я встречаю того, кого вижу в первый и последний раз в кафе, например, когда им нужно написать на стаканчике мое имя, я представляюсь как Боб. Но если по-правильному... А как давно это было? 20 лет назад. Кажется, это был март, когда я впервые встретил Пара. Мы были просто парнями с одного городка, которые нравились Judas Priest, Halloween, Iron Maiden и пиво. И мы решили собрать группу. И вот где мы 20 лет спустя. Слава богу, что нас мало кто слушал, потому что мы были говном.
Мы обсуждаем много тем: гражданские войны, революции. Это очень интересно по мне, потому что они обычно совершаются зарождающейся силой. Мы рассказывали о некоторых. И наша песня «Uprising» с альбома «Coat of Arms» как раз рассказывает о таком периоде. И мы думали об этом как о теме для концептуального альбома, но пока еще не сделали. Может быть, когда-нибудь в будущем. Каждый раз, когда мы выходим в студийное состояние для записи, у нас есть 20 идей. К сожалению, в истории человечества такое количество конфликтов, что материала у нас всегда будет много. Даже если бы до конца жизни мы выпускали каждый месяц по альбому, все равно осталось бы еще много незатронутых тем. Один из самых частых вопросов. На нашем сайте есть место, куда вы можете предложить нам что-то и отправить идеи или истории. И изначально это было сделано потому, что у каждой страны своя история, и то, о чем знает каждый школьник в России, мало кто знает в Швеции. И наоборот. Поэтому мы решили услышать истории со всего мира. Однако сейчас один из самых часто задаваемых вопросов нам звезд. «Звездные войны». Но нет, думаю, мы не будем делать что-то по «Звездным войнам». Более того, я считаю, что оригинальная музыка, которую написал Джон Уильямс, одна из лучших на планете. Поэтому, если честно, как композитор, я даже суваться туда не посмею. Обычно у многих игр есть очень потрясающие истории. Они происходят в основном в вдохновляющих мирах. Поэтому это то, что мы бы могли сделать. То, что мы пока никогда не обсуждали. Если вдруг такой вопрос бы поднялся, думаю, это интересная идея. Я не закрывал эту дверь. Да, почему бы и нет? Никогда не говори никогда. Мне нравятся ребята, мне нравится их музыка. Я был бы рад сделать это. Но тут может быть одна проблема в том, чтобы собрать три группы в одном расписании и собрать всех вместе. Мы очень заняты, у нас много планов надолго вперед. И я уверен, что эти парни заняты не меньше. Так что если звезды сойдутся, я буду рад это сделать. Это альбом «Carolus Rex». В силу обстоятельств группа начала распадаться в процессе записи из-за того, что нам приходилось записывать все на двух языках одновременно, потому что идея записать весь альбом на шведском пришла к нам в последний момент. Это стало толчком и было очень непросто под давлением обстоятельств. И нам пришлось записывать альбом вдвоем, только Йоаким и я. Это было тяжело. Но создавать The Great War для нас также было очень непросто. Одновременно мы не только делаем альбом, мы делаем полный редизайн сцены, мы бронируем огромные туры и так далее. Это было окей, но когда мы поняли, что мы параллельно запускаем Sabaton, History канал, что потребовало очень много-много работы, а еще у нас был проект с Бисмарком, что потребовало нереально много забот. Мы также создали разные издания альбома, исторические издания, саундтрек к альбому, это потребовало немало сил. Поэтому Great War был сложнее даже, чем Carolus Rex. На самом деле я не знаю, так просто получилось. Иногда, как композитор, ты проходишь через фазу, когда пытаешься избавиться от всего лишнего. Это зависит от песни, чего она требует. Песня типа, как, например, я возьму «Ночные ведьмы», действительно, клап сразу к сути, а больше конкретное повествование. Иногда это сложнее, вызов самому себе, чтобы использовать... меньше нот, меньше слов, в зависимости от того, что ты делаешь. Не знаю, иногда мне нравится больше слушать короткие песни, иногда мне нравятся песни 7-8 минут. Одна беда, сейчас никому больше не хочется слушать их.
С тех пор, как мы нашли свою идею «Военная история» в 2005 году, и когда мы сняли клип на «Атера Доминос» в 2006 году, и где-то мы нашли стиль «Сабатон», образы на сцене и остальное, и мы с тех пор и остаемся такими. Лично я люблю группы, которые остаются верными своему изначальному звуку, внешнему виду, идеям, темам. И я всегда хотел, чтобы Сабатон был таким же, чтобы фанаты могли доверять нам, чтобы они были уверены в том, что группа не будет следовать трендам, не изменится, не нужно беспокоиться, что новый альбом Сабатон будет звучать как-то иначе. Нет, новый альбом Сабатон будет звучать как Сабатон. Группа будет выглядеть как Сабатон, мы просто немного дорабатываем образы, но не меняем концепт. Это высота 223, где Элвин Йорк получил свою медаль почета. Там же есть Дамаск, это отсылка к Seven Pillars of Wisdom. Так что все небольшие надписи, которые можно увидеть на столбах, на которых привязана колючая проволока, все они отсылки к строчкам из наших песен или битвам, о которых мы поем на альбоме Great War. Все, кроме одной, этот номер — это секрет, мы не знали об этом, я знаю, что это значит, и это было сделано нашим дизайнером сцены, да, это так, и, наверное, я не буду раскрывать секрет. Hope to see you all soon in Russia.